Вызова МХЛ 2022 в Челябинске на лед приглашаются. Губернатор Челябинской области Алексей Максин. Президент континентальной хоккейной лиги Алексей. Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Кузько. Слово предоставляется губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать всех на открытии недели звезд хоккея, континентальной хоккейной лиги 2022. Нас ждет неделя большого хоккея. Мы горды и счастливы принимать такое замечательное событие в Челябинской области, в городе Челябинске, в нашем хоккейном регионе. Мы объединили здесь, на этой неделе звезд, все лиги, молодежную, женскую и, конечно, нашу основную континентальную хоккейную лигу. Я уверен, нас ждет интересный, яркий хоккей. А сегодня на Кубке вызова мы увидим наше будущее. Будущее нашего российского хоккея. Дорогие друзья, еще раз всех поздравляю с этим замечательным событием. И благодарю континентальную хоккейную лигу за то доверие, которое нам оказано, ту честь, которая нам оказана в проведении недели звезд хоккея. Спасибо. Для приветственного слова приглашается президент КХЛ Алексей Морозов. Добрый день, Челябинск. Сегодня мы открываем вот эту неделю звезд хоккея в регионе, который поистине любит хоккей. И этот вид спорта в регионе является одним из главных видов спорта. Болельщики Челябинска грамотно разбираются в хоккее и всегда поддерживают команду свою. Ну а на этой неделе нам предстоит увидеть противостояние лучших представителей молодежной хоккейной лиги, женской хоккейной лиги и, конечно, звезд континентальной хоккейной лиги. Я уверен, на этой неделе будет масса положительных эмоций и радостных событий. Я желаю всем насладиться этим поистине хоккейным праздником. Для приветственного слова приглашается Александр Кузько. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые болельщики, участники. Привет, Челябинск! Открывает неделю звезд хоккея. Здесь на льду лучшие игроки молодежной хоккейной лиги. Я уверен, что их бескомпромиссная игра задаст тон всему празднику, недельному празднику Челябинска. Поэтому ребята полны сил себя проявить, зарядить драйвом болельщиков, ну и, конечно, побороться за эти 4 места. 4 игрока примут участие матч звезд континентальной хоккейной лиги. Ребята, трудитесь, упорно трудитесь, и вскоре придет шанс быть главными звездами континентальной хоккейной лиги. Отдельная благодарность болельщикам. Спасибо, что вы сегодня с нами. Впереди нас ждет удивительный, уникальный молодежный хоккей. Начинаем! Матч за кубок вызова молодежной хоккейной лиги в рамках фонда «Недели звезд хоккея 2022» объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации.
для символического вбрасывания центрального круга приглашается губернатор Челябинской области Алексей Декстер, президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов и вице-президент континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.